Предмет религиоведения или теологию преподают в нескольких высших учебных заведениях Иваново. Два года назад к ним присоединилась пожарно-спасательная академия. Теперь в ее стенах проходит научно-практическая конференция «Теологические основы духовной безопасности России». На сегодняшний момент переоценить роль теологии в духовно-нравственном развитии, совершенствовании, восстановлении духовных традиций России невозможно. Теология становится ведущим фактором политической, экономической безопасности России. Многие ошибочно полагают, что теология – это исключительно разговоры о Боге и православии. На деле все совершенно иначе. На парах студенты знакомятся с основными мировыми конфессиями. Это позволяет значительно расширить кругозор, узнать историю разных религий, подробнее изучить традиции верующих. Профессия пожарного спасателя является профессией героической. А без духовного основы, без духовного потенциала невозможно помогать людям. Это прежде всего, как говорится, без Бога не до порога. На первый взгляд может показаться, что теология в пожарно-спасательной академии – лишний предмет в расписании. Однако огнеборцы не согласны. Теология – это в целом наука о религиях, наука о Боге. И для профессии пожарных, безусловно, это очень важно. Потому что неважно, к какому вероисповеданию ты относишься, но идя в огонь, должен думать о том, что есть что-то высшее, что поддерживает тебя, оберегает тебя и помогает тебе. Преподавание религиоведения вовсе не нарушает светского характера государства. Теология – дисциплина факультативная. Ее посещают не только христиане и мусульмане, представители других конфессий, но и атеисты. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.